Всем доброго времени, мои дорогие зрители. Мы дома. В общем, в прошлой части мы чересчур набегались, навыживались, наспасались. В общем, надо узнавать, чё почё вообще. Чё у меня там по деньгам? 80. Внешне нафиг не надо. Гирокоптер. 400 тысяч, конечно. Многовато. Водопроводный кран. Здесь можно найти бронежилет. Интересно, он обновляется. Ну, вообще, бронежилет 10 тысяч стоит. Если он там постоянно будет появляться, или он здесь будет обновляться только после выполнения задания. О, нифига себе. Картинка появилась. И чё? А, вон он бежит. Да, уже все, наделся. Так, ну давайте сначала к Йоги Риджи сходим, посмотрим, как они воспримут смерть Нур. Вообще воспримут они ее как-то? Отдай! Ты вернулся не как за добавкой? Да, да. У нас тут такой годный пакован нарисовался. Что за тема? Хот-рокс. Да. Яйца себе прожжешь и не заметишь. Что, прожгу? А черт! Ну, ребята, не надо меня опять в какую-то страну отправить. Наверное, невосприимчив стал. В следующий раз просто положим чуть больше сам знаешь чего. Походу, дело вообще на Нур на квесте. А наши вроде их знакомых там или нет, или это Пейган. Короче, я как-то не в курсах. Кто там с кем устроил терки. Но не надо меня опять отправлять в всякие обкуренные страны и миры. Так, у нас, по ходу дела, опять забрали все оружие. Будем сейчас пользоваться тем, что дают. Ну да. Ну хоть бронежилеты. И эти самые аптечки сохранили. Так. Мы где? Мы здесь. Самое забавное, как мы так телепортируемся. Тут хотя бы медведи и крысовки. Началось опять. Ваш снаряжение исчезло. В поисках истины. Мать вашу, блин. Чё за... Чё за бешеные горящие кабаны?
Ты постоянно задаешься этим вопросом, чем они меня накачали. Постоянно принимаешь от них этот дурацкую наркоту. Что, мне туда, что ли? Ну ладно. Черт, задницу сломал об камушки. Ладно, еще разок. Да это я понял, что лесной пожар. А че, где патроны? Где оружие тут? Хоть ножик оставим. Блин. Упал и все, и забрали оружие. Нормально. Ладно, я и так справлюсь. Блин, реально уже не смешно. Эти задания дурацкие. Травы может покромсать. Где она, зеленая трава? А вот. Ну, инъектор изготовили. Тут покупаю, тут трачу деньги на них. Гаси, гаси, друг. Ладно, одним ножом сейчас будем. Так, а дельтик дадите? Наверняка там вниз полетим сейчас. Хотя всего 200 метров. Только бы орел за жопу не схватил. Ой, горящий орел! Зачем мне костюм крылого? Я сейчас так спрыгну, все будет окей. О, брат наш, он нам шивояшил. Какого хрена? Кто мне парашют забрал? Хотя, стоило догадаться. Но откуда тогда костюм крыло? Здесь главное он раскрывает, а с дельтаплана, когда я прыгнул, не раскрыл. Ну может высота была такая. Так, еще стеблей. Так. Что у нас за дом это вообще? Ну конечно. Нашел, это гей. Да ладно, это гей. Что я сделал? Никакой пощады. Ложка с вилкой, самое главное. Ну и чё, ладно, нашли вещи, а дальше что? Да. Вот и всё. Забрали вещи и всё. И чё толку, чё бегали? Что это значит? Странно. Просто потратили время. Ну ладно, побежали тогда камить. Посмотрим, что она нам предложит. Так, ну что, давайте. Я смотрю, Амита тут обосновалась уже вместо Нур. Поживай. Несуйся на арену. Пошел нахер. Попробуй горшки. Здесь нам не пройти, но какая можно. Какая арена? Видишь? Амита, для меня есть работа?
Конечно. Иди картошку покопай. Мы смогли освободить людей на юге, но до севера нам не добраться из-за королевского моста. Пора сразиться с Пейганом Мином на его земле и освободить север. Так, мост защищен. Ворота сделаны из взрывостойкого бетона. Тут даже С4 не поможет, не говоря об остальном. А С5? Атаковать в лоб у нас не получится. Так что будем делать? У меня есть план. В колонне есть грузовик с химикатами. Твоя задача — захватить грузовик, подогнать вплотную к воротам и взорвать их. Если пробьемся на север, ты будешь на шаг ближе к Юме. Я вык на шаг к чему ближе. И вообще, как я должен подогнать в упор грузовик с химикатами? Как? Меня же грохнут нахрен. Я чё, Супермен, что ли, такой? Волна должна прийти с юго-запада. Короче, что-то у меня тут проблемы какие-то. Лагануло, меня выкинуло. В общем, меня колонна успела с двух выстрелов убить. В общем, я прибыл на место. Надо... Появится в любой момент. Остановить их. О, блин. Вот эту штуку надо было поставить. Короче, я чувствую, главное защитные машины взорвать. Транспорт не бабахнуть. Сюрприз! Я возобновил, возомнил себе Рэмбо или кем? Я готов. Блин, дурацкая машина. Я, короче, так понял. Лучше... Лучше снайперкой вынести водилу и все, а потом остальных, чтобы кипиша не было. Потому что когда получается кипиш, он сразу вперед едет. Быстрей. О, снял. Все. За короля, блин. На. Ну все, бежим транспорт захватывать. Вот и все. Это весь конвой ваш. Сейчас этих отберем, жвачки у них стырим. Так, полечиться что ли? Ну, давайте. Там еда, все готово, я еду к воротам. Хаджи, долгие годы мы не были так близки к северу. Спасибо тебе. Удачи, и постарайся не погибнуть. Прошу тебя. Так просто. Постарайся не подгибнуть. Стопэ, мост, вот. А нам сюда ехать. Может, тут какая-то переправа? Ну, попробуем. Узочка такая. Сейчас еще наверняка нападать будет. Или это другой мост? Господи, что тут за... Вот радио можно было бы переключать.
Езжайте к Королевскому мосту, а сразу нельзя было показать. Идиотизм, идиотизм. Ой. О, началось, блин, с дороги, тварь. Езжаю. Дожить бы только. Вот откуда они все тут попоявлялись, начали тут? Пошел ты. Ой. Грузовик тяжелый такой, нелегко поворачивается. Так, сколько тут осталось? Меньше 300 метров. Ты чё тут тусишь один? Фу, блин, надымили. Да мне вообще на вас накласть, мужики. Я терминатор. То, что вы с помощью бензовоза, блин, ну это, конечно, задачка. Ух, ё! Там кто-то шмаляет жестко. Не, вот реально, вот подумайте, вот на самом деле, как один человек может на бензовозе спокойно до моста доехать. Там достаточно несколько выстрелов в него, и он взлетит на воздух. Только из-за того, что боты тупые. Интересно, мне... Можно спрыгнуть. Чё, еще и лагерь захватить? Я уж хотел спрыгивать. Да, прям бензовоз такой. Ни одна бомба не возьмет, а вот бензовоз взял. Он пробивает броник. Так. Что за музыка дурацкая? Тун-тун-тун-тун-тун. Раньше не было такой громкой музыки. Что музыка слишком орёт. Промазал. Ну, положь на место. А где сзади солдаты? Помощь не придет, что ли? Не пойму, где. А, ага. Давай, перезаряжайся быстрее. Чё, зря прокачивал, что ли? Чё, за турельку сел, да? Хрен тебе. Так, на штурм пошли. Так, надо уничтожить сигналку, хотя их там... Да блин, дай мне сигнализацию уничтожить. Так, уничтожил, еще одна осталась. Или не уничтожил. Ну, теперь уничтожил. Ловите, блин. Держим ряды! Граната! Ай-хей! Тебе не жить! Сейчас. Ты
Ну я прям вообще рисковый парень. Так. Ничего, просто всех перестреляют, да? Намита, я захватил мост. Включаю тебя. Потрясающе, Аджай. Так, подожди. С севера идут враги. О, нет. Короля, лучшие бойцы Вейгана. Да вы издеваетесь, что ли? Не дай им снова отбить мост. Да вы чё, я чё, один всё должен делать, что ли? С ума сошли. Ну и откуда их ждать? Блин, у меня же минометик есть. Или надо сначала на точку встать. Слушайте, народ пирата. Аджай Гейл, герой Золотого Пути, захватил мост, отделявший нас от наших братьев на севере. Этот день войдет в историю нашей страны. Мы нанесли по тирании Фейгана Мина. Всем отрядом, мост надо зачинить. Твою мать, он еще пока зарядит. Короче, ладно. Подождите. Ох. Мать. Да, мужики, помогайте мне. Да ты еще и живой! Ловите! Бомбим! Жесть их там, просто жесть! Здоровяк! Черт, у меня закончились аптеки, блин! Я не понимаю, где я, куда я смотрю. О, братва бежит! Черная братва нас прикроет! Золотой дождь, прикрой меня! Ну, в переносном смысле, конечно. Ух! Быстрей! Отвлеките их! Быстрее, вот этот осколочек. Да что мне прицел куда-то вправо? Да, на харде сложновато, конечно, пару выстрелов и уже лечиться надо. Я вот так представляю, если действительно играть с одним луком и стрелами. Не так-то просто будет. Почти как... Давай, 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 туши! Блин! Сукин сын, огнеметчик. Прозевал его. В общем, у меня тут опять игра вылетела. Я отбил атаку, но... Из-за вылета игры... Хочется еще раз переигрывать. Ну, у меня запись там сбилась, поэтому. Будем еще раз пытаться. Ух, ё, блин, что это? Ненавижу, что это за выстрелы такие? Гранаты, что ли? Нифига их там!
гранаты туда. Где здоровяк? Давайте, братва, помощь нужна. Так, изменячик идет. Найти гранату. Есть, полетел. Чё, все? На этот раз быстрее. Она же этого озвучивала, как ее девку-то, сестру Вас, забыл, как ее зовут. Вот так вот я один и все делаю, блин, ну на самом деле, я не знаю, как я уже говорил, он бы... Это самое... На самом деле его уже в первой же машине завалили бы. Так, отлично, у меня разблокированы новые навыки. Ура, наконец-то я дождался. Добавляет еще одну ячейку. Да, не зря копил. Ну, здесь надо какую-то расплату. 6 ячеек. Да так у меня 5. Ну, давайте, ладно. Это что такое? Гектор. Ну это просто инъектор. Блин, только действие инъекторов. Мне это нафиг не надо. Да я тоже считаю это чудо. Сколько народу прибылось. В общем, вот такой наш Аджай герой, один все сделал. А мы сюда сможем перемещаться? Нет, не сможем. Блин, жалко. Ни вышек что-то нету. Так, ну и появились новые задания. Опять Югиреджи. Хёрк, Амита уже выше. Так, ну я думаю, нам придется. Блин, ну вышки, они все где-то здесь. Блин, а чё здесь аванпоста нет никакого? Вот эту вышку надо будет мне разграбить, я вне записи это сделаю. Кстати, крепость Юмы. Не знаю. Йогиреджи, наверное, не буду возвращаться, их тупые задания уже бесит, обкуренные дебилы. Лонгин. Вот. Дальше. Ну, я чувствую, Амит это основное задание. Хотя, ну, Лонгин вот написано дополнительно, не знаю, Хёрк будет как дополнительно. Ну, наверное, Амиты будем все равно, если часть выполнена, так как она ближе всех. Дальше будет видно. Все, я отправляюсь активировать вышку. А с вами уже встретимся в следующей части. Пока.